Город в мельчайших подробностях. Администрация Сургута заключила соглашение с разработчиком справочных и поисковых систем компании «Дубль-ГИС». Благодаря подписанию документа на карте города в одноименном приложении и на официальном сайте появятся достопримечательности, парковки, автобусные остановки, точки продажи товаров местных производителей и другие городские локации. Существенное нововведение, которое в перспективе планируется реализовать, это чтобы в приложении «Дубль-ГИС» и на сайте «Дубль-ГИС» отображалось движение общественного транспорта города Сургута. Это наиболее существенное, наверное, вот такое значимое для сургутян нововведение, которое будет планируется, что будет реализовано. По словам регионального управляющего «Дубль-ГИС» в Сургуте, в приложении с высокой точностью будет отображаться весь общественный транспорт. Что касается достопримечательностей и интересных мест города, то их уже можно посмотреть на платформе с помощью специальной вкладки. Нажав на нее, пользователь увидит не только памятники, но и арт-объекты и даже граффити. Мы уже начали реализовывать туристический слой. То есть сейчас уже могут пользователи зайти в приложение, выбрать слой, туристический слой и посмотреть на те объекты, которые нанесены в рамках этого слоя. Это различные памятники, парки. Вот. И в рамках этого проекта, в ближайшее время эта информация будет пополняться.